1 июня 2024 года около 4 часов 30 минут на улице Победы поселка Игра Еринского района. По предварительным данным, водитель квадроцикла, мужчина, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожной аварии пассажир, женщина, получила смертельную травму. Второй пассажир и водитель госпитализированы. Следует отметить, что на момент дорожно-транспортного происшествия все участники находились без специальной экипировки. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.